Дудум. Уапчам-буджам. Чарапарапа-чабрип-чурапича. Уапчабрубхарапчурум-дай-дивиджум. Джарапачум. Чарапабум. Камеры уключены. К чему? Уключены камеры. Станок затирает. Раньше он здесь затирал, теперь он затирает где-то вот здесь вот. И сейчас я рукатый такой, головатый. Здесь я сделал, шарики вставил, теперь буду здесь вставлять. Чтобы он плавненько ходил туды-сюды, сюды-туды. Так, ну и начнем. Итак, мы его по новому разбираем. Разбираем. Для того, чтобы здесь засверлить, здесь засверлить, здесь засверлить. И вставить. Так. Вот эта штука. Вот так вот она выдвигается. Теперь надо отсоединить вот эти штуки. То есть эту мы трогать даже это не будем. Я ее там выровнял, посмотрим. Но отвинтить ее надо. Пошел за винтями. Потихонечку нужные инструменты будут тут собираться. Итак. Вот вроде бы это хорошо закреплено, да? И вот это закреплено. Но желательно вот еще и здесь сделать так. И сейчас мы посмотрим, что у нас получится. Итак, крутим. Крутите, Шура, крутите. Видите, тренажер не такой уж сложный, как это нам думается. Работа основана на рычагах. Так. Шарика нигде не видать, не видать. Вот, теперь смотрите, что мы делаем. Вот эта штучка отсоединяется. Вот это легко отсоединилось, а эта штучка у нас отсоединяется. И вот мы отсоединили. Смотрим. Где у нас затиры? Переворачиваем это вот так вот. Аккуратно. И вот здесь затиров-то нету. Они вот где, в основном-то. Интересно. Интересно. Вот они, три шарика стоят. Теперь нам надо сюда. То же самое сделать сюда, три. И по одному вот здесь мы еще сделаем. Так, тут особо не трет. А вот здесь что-то начало тереть, вот она. Ну ладно, шарики. Шарики сейчас ставим.
И посмотрим. Тут шарики стоят. Значит, нам надо просверлить. Сейчас мы будем заниматься сверлением. А тут что у нас? Ага, тут у нас вот она. Где это? И тут у нас... Тут у нас нормально. Тут у нас практически ничего не трет. Ничего не трет, ничего не трет. Так, что нам надо? Нам понадобится дрель. Попробуем вот эти, потом подберем другие. Есть. Мотор. Хорошо сверлит. Смажем сальцом. Главное тут нет, не просверлить все от края до конца. Ролики. Прошлый раз я один потерял. Так, ну можно еще чуточек углыбить. Углыбить чуточек. Держится. Важно, чтобы все это ровненько было. Значит, что мы делаем? Смажем сальцом. Смазали. И теперь это только прилип. 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 Так. Тут вот. Я думаю, достаточно. То есть сюда. Ну и шо по шарику? Это слишком большая кровь. Кровь. А если мы вот здесь вот только подровняем? Вот она терлась. Ага, вот она еще. Больше вот здесь вот.
Приступаем к сборке. Здесь я подчухал. Главное, полный бакалябат. Полный бакалябат. Так, это есть, это есть. Шаг. Так сказать, мягко опускаты. Шарики там сидят. Шарики там сидят. Есть контакт? Есть контакт? Все зашло. Сборка. Вот она вставилась, можно еще так ударить, вот так вот, ударили, все идет свободно, замечательно. Вот так вот. Опля. Можем так же поменять. И поехали. Так, даже тут смазывать не надо, пока так. Вот на этом и вся регулировочка. Шарики сюда 3 и по одному там. Вроде как нигде не затирают. 3 на жор. Середина. Вот она. Фронт работ. Очень приятно лично мне сделать работу своими руками, чтобы нигде ничего вот не цепляло, работало все нормально. Внук механика, сын электрика. Вот такой вот я. Сейчас пойду еще видео делать, кто я после этого. На этом тренажере я у меня спина как заклинила, так я впервые такую боль в спине
ощутил, что я тут прямо упал и рухнул. Хорошо. Когда светлая голова и золотые руки.